Всем доброе утро. Пришли мы наводить порядки. Хотим покрасить полы. Это будет комната Артема. Здесь такие, конечно, потолки высоченные. Вот. Мы сейчас хотим просто освежить полы. Все равно они будут застилаться. Ничего такого здесь не будем делать. Комната в нормальном состоянии. Здесь хорошие обои. Вот, сейчас, может, свет включу. Сдирать, переделывать и переклеивать обои тут, конечно, никто не будет. Высота потолка, наверное, до 3 метров. 2,80. Да, даже, наверное, 3,20. Потому что высота от карниза до пола 2,80. Это мне надо будет еще сюда шторы и тюль купить. Я сначала думала, не буду вешать. А муж говорит, что надо повесить, так будет уютней. Ну, ладно. Тем более здесь с утра, по-моему, солнечная сторона. На выходных будет ребенок, может, дольше спать. Так, вот я уже готовлю емкость. Сейчас буду смешивать краску. Придет муж, и мы будем красить. Здесь мы вот тут поставим кровать Темы. Там будет под окном стол. И здесь по левой стороне я планирую стеночку. Вот эту ему поставить, которую мы выбирали. В этом углу, наверное, комод. Ну, мы посмотрим, когда уже привезем, тогда будем рассуждать. И в том углу еще какой-то сервантик такой, ему пенал хочу заказать, чтобы там учебники какие-то складывать. Что-то такое. Потом уже помою окно. Вот такой вид из окна. Да. Вот, что еще. Люстра, конечно, такая девичья. Ну, это была моя комната. Я здесь со 2 класса прожила до 11. Так что, говорю, Артем, ты будешь спать в маминой комнате, в которой жила твоя мама. Вот большая комната, я думаю, ему места будет достаточно. Будет тут со своими собаками и котами сидеть. Вот так. Все, буду приступать к покраске. Все, вот так у нас получились полы. Освежили немножко. И покрасили еще подоконник. Батарею уже не трогали. Батарею я потом помою. Вот такие блестящие, красивые. Идем мы с пяточком. Большой-большой секрет. Иду к папе. Посмотреть, как высохли наши полы в комнате. Или высохли. Как там дела? Посмотрим. У нас снежок выпал немножко. Солнечная погода, но ветер есть. Наверное, легкий морозец. Все, полы высохли. Красивые, блестящие. Сейчас мы померяем карниз. Сюда надо новые шторы. И буду знать, какой размер покупать. Все, померили. Я тут себе шпоры пишу. Классно. Светлая комната. Чистенько. Пусть этот коверчик висит. Идем дальше измерять высоту и ширину. И еще в спальне померяем все эти дела. Ну, на близко всегда, конечно. А что, если что-то передвинуть сюда? Жарим с папой деруны. Деруны, да. И деруны, дерунчики. Как до батареи, да? И ширину карниза. Сейчас. Ням-ням-ням-ням-ням. Я уже грызу. Всем приятного аппетита. Вкусно. Вкусно, но мало. Сметаны нет. Берем вот эту штуку, как она называется, и в рот. Бонька, нельзя. Не трогай Грету. Ты чулочине, хвостатая. Не трогай Грета, тут главное. Боти, как мы пищали. Слышишь, как Грета кричит? Все, удрали.
Иди сюда, говорю. Давай запрыгивай. Бонька. Иди сюда. Боня. Моя красоточка такая. Моя охранница, да. Защитница моя такая, ушастая, зубастая. Мамина красотка. Вы здесь потулькать хотели. Хотели ж потулькать. Оф. Гоф. Караулит Гретку. Нету Греты, Бонечка, нету. Убежала. Нашла? Нашла. А это хвостом мотыляет. Боня хочет с ней играться. Бузя, ну чего мы такие красивенные? Ну чего мы такие красивенные, а? Красоточка моя.